Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. В мессенджере Telegram в левой части экрана у вас находятся все чаты. Личные и новые папки у вас могут стоять по умолчанию. Для того, чтобы добавить новую папку, нажимаем вот здесь на этот значок и нажимаем «Создать новую папку». Пишем название папки, например, «Призм», и нажимаете вот здесь «Добавить чаты». Из вашего списка выбираете, какие вы хотите добавить чаты. Prism Space, например, международный чат. Я добавила все чаты, которые связаны с криптомонетой Prism, в одну папку, для того, чтобы не искать эти чаты в очень большом списке моих контактов. И нажимаю «Сохранить». Нажимаю теперь «Создать». У меня появилась новая папка. Закрываю. И вот она появилась здесь. Если вам какой-то нужно добавить еще один чат, нажимаем, например, на легенду. Правой кнопкой мыши выделяем «Настроить папку». Нажимаем «Добавить чаты». И сюда я сейчас добавлю Алексея Миреева и нажимаю «Сохранить». И еще раз «Сохранить». И мы видим, Алексей добавился в эту папку. То есть из огромного списка всех чатов в этой папке у вас только то, что связано с «Паровоз легендой». Для того, чтобы изменить цветовую гамму, вам нужно нажать вот здесь на три полосочки. «Настройки». Здесь, кстати, тоже есть настройка папок. Выбрать «Настройка чатов». У вас здесь стоит цветовая гамма по умолчанию. Вы можете изменить цветовую гамму, нажав вот на этот цвет, либо выбрать «Ночной». Но сразу хочу сказать, если вы снимаете ролики, никогда не снимайте их в ночном цвете. Ничего не видно в этих роликах, на что вы нажимаете, что вы делаете. Поэтому нажимаем здесь «Выбрать из галереи». И давайте, например, выберем вот этот цвет. «Применить». И у вас уже цветовая гамма поменялась. «Закрыть». И теперь мы выберем цветовую гамму для отображения уведомлений. Давайте нажмем на красный цвет, и вы сразу же видите, что и здесь цветовая гамма поменялась. Мне, например, нравится все. Я оставлю так. Закрываем. Нажимаем на все чаты, и мы видим, что любой чат мы можем прикрепить, чтобы они отображались в самом верху. Но прикрепить вы можете только 5 чатов. Поэтому, создавая папки, ими намного удобнее пользоваться. На этом у меня все. Если информация для вас была полезной, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Валентина Синема 2.